7 часов утра, Таймс-сквер, Нью-Йорк. Обычно в это время здесь тихо, еще не нахлынул поток туристов и офисных работников. Но сегодня площадь заполнена сотнями людей, занимающихся йогой. Для представителей многих культур йога имеет глубокое духовное значение. Каждый год 21 июня в мире отмечается Международный день йоги. В 2014 году Генеральная Ассамблея провозгласила эту дату Международным днем йоги по единодушному решению всех 193 государств-членов. Идея отмечать этот день была впервые предложена премьер-министром Индии Нарендрой Моди в его выступлении на Генеральной Ассамблее. Йог केवल केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун также отмечает благотворный эффект йоги, особенно на физическое и духовное благополучие человека. It's good for your health. It's good for the spirit. And yoga does not discriminate. To varying degrees, all people can practice, regardless of their strength, age or ability. В этом году всемирно известные мастера йоги Джаги Васудев или Садхгуру и госпожа Тао Порчон Линч получили приглашение рассказать о йоге и целях устойчивого развития. First thing is to get human spirit up. Once this is done, fulfilling these sustainable goals with whatever efforts that the United Nations and many other nations are working towards will be attainable. If you teach yoga, you're teaching the breath of life inside of you. You're turning on that which is within yourself. Клуб йоги ООН, один из самых старых и популярных кружков под эгидой Совета персонала ООН по досугу, знает о благотворных плодах йоги. So imagine how beneficial would be yoga for people working in this organization that sometimes look like a madhouse. So yoga can help you to keep full control of yourself. Because when you are in full control of yourself, nobody can control you. В центральных учреждениях ООН сотни сотрудников занимаются йогой на солнце. На санскрите слово йога означает объединять или собрегать. Она по-прежнему очаровывает воображение человека и возвышает человеческий дух, что делает возможным достижение благородных целей. Репортаж подготовил Хисая Кавамори для Организации Объединенных Наций.